Из защиты только бандаж, капа и собственные кулаки. Цель – отправить соперника в нокаут. В Саратове «Фоки Звездный» прошел открытый турнир по смешанным видам единоборств. На ринг вышли как дебютанты боев без правил, так и опытные мастера своего дела. За напряженными поединками наблюдал Сергей Пономарев. Последняя тренировка перед боем прямо у ринга. Для Дмитрия Семенова это первый опыт выступления в боях без правил. Долгое время он занимался самбо. В микс-файт перешел полгода назад. Не боюсь травмы получить. Единственное, из-за чего я могу волноваться, это только потому, что сегодня очень много моих близких пришло. И то есть, чтобы не подвести их, достойно выступить. Микс-файт – это борьба с так называемым полным контактом. Запрещены только удары в пах, затылок и коленями в голову. Травмы в этом виде спорта не редкость. Бой заканчивается только, когда один из соперников сдается или оказывается в нокауте. Лига микс-файта – это жесткие поединки. И как бы, да, мы все представляем, что это смешанное единоборство, бои без правил, да, как еще их называют. Вот, а произойти, никто не застрахован от такого случая. Спортсмены отдают отчет, куда они идут. Да. Но таких серьезных казусов и серьезных, как бы, с травматизмом связаны, как любой вид спорта, везде травматизм. В М1 тоже, как бы, это чувствуется. Поэтому, ну, можно получить какие-то там травмы, там, ушибы. Соревнования такого формата прошли в Саратове впервые. Участие в них приняли 18 спортсменов в 9 весовых категориях. Накал борьбы иногда заставлял зрителей затаить дыхание. Аплодисменты во время схватки раздавались только после эффектных приемов. Дмитрий Семенов свой бой проиграл. Соперник нанес ему 3 удара в затылок, однако судья этого не заметил. После схватки спортсмену даже пришлось прибегнуть к помощи бригады врачей. Наступаешь на борьбе, там, конечно, есть травмы, но не столь значительные, как здесь. А здесь и волнение больше, как бы, и то, что еще за спиной твои друзья, это как-то еще больше волнения. Ну и боязнь, конечно, травму получить сильную. Сами видите, какой вид спорта. Несмотря на обидное поражение, бросать бои без правил Дмитрий не собирается. Говорит, проигрыш еще ничего не значит. Следующие же соревнования в Саратове состоятся уже этой осенью. Сергей Пономарев, Александр Шевченко и Кирилл Логинов. Вести, Саратов.